Это Вася, в нем выбрана теплая цветовая палитра, и здесь он попадает в наш краеведческий музей. Здесь представлены картины и экспонаты, которые он старательно фотографирует, так как он очень любознательный и собирает фотокарточки. А на этой картинке он уже присел на старую телегу. Любознательный Вася не просто рисунок Анастасии. Это эскизы главного героя нового сериала про Челябинск. По сюжету второклассник попадает в 1736 год, во время строительства крепости Челяба. Свое путешествие он продолжит во всех эпохах, пока не дойдет до середины 20 века. Чтобы создать миловидного школьника, Анастасия вдохновлялась мультиками Disney и Pixar. Помогли и дети из студии мультипликации, где преподает девушка. Этот образ был создан именно вот исходя из того, какие воспитанники есть в нашей студии, и, наверное, это симбиоз их творчества, их такой собирательный образ в целом всех детей. В начале ноября руководители проекта «Маленькие истории большого города» выиграли грант на создание исторического мультфильма. Организаторы в доступной форме хотят рассказать детям о прошлом Челябинска и объяснить, что изучение истории – это не только карты и учебники, но и современная анимация. Сериал создадут профессиональные художники и сценаристы, но основные корректировки будут вносить дети, как главные эксперты. У нас всегда в студии дети, которые сами снимают мультфильмы. Поэтому по ходу сериала будем что-то показывать. Я думаю, что они нам внесут корректировки, что смешно, что нет, потому что юмора в сериях будет довольно много, и нам нужна будет целевая аудитория, которая либо будет реагировать на это, либо нет. Это не первый проект студии. В интернете уже есть мультик «Сказ о Баркаиме». Пока работы идут только над пилотной серией. По плану ее выпустят в мае 2022 года. А уже после приступят к созданию всего сериала. Планируется 6 выпусков, каждый около 5 минут. Ольга Кокшарова, Юлия Сафронова, Азиз Хаджиев, 31 канал.